Россия против Сербии. Братские народы решили выяснить, чьи бойцы сильнее. Завтра в ЛДС «Сибирь» пройдет турнир по единоборствам «Кубок дружбы». В поединках примут участие победители национальных, европейских и мировых первенств. Греко-римская и вольная борьба, дзюдо, бокс, кикбоксинг – всего 10 видов единоборств. Главный бой вечера выходит за рамки противостояния двух сборных. На ринге встретятся известные мастера смешанных боевых искусств. Россиянин Вячеслав Василевский, чемпион мира по версии М1 Челлендж, и бразилец Вагнер Сильва. На поединке бойцов будут выводить капитаны национальных команд. Сербскую возглавила олимпийская чемпионка по стрельбе Ясна Шикарич. Российскую – не менее именитый спортсмен, двукратный победитель Олимпийских игр, борец Роман Власов. Для меня лично большая честь, большая гордость быть капитаном команды. Символично. В третий раз я уже являюсь им. И на самом деле хочется пожелать удачи и братскому народу сербскому, и моей команде, за которую я буду болеть, переживать. Я уверен, будет очень зрелищная и бескомпромиссная борьба. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!